О, заблудился. Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф. Мы играем в Overwatch по-прежнему, играем от обороны на конструкторском бюро Вольском. А почему бы не за Торбьорна? Поиграй, да? У нас есть танк, хил, Макри, Гензи. Посмотрим, где нам турельку разместить. Разве насилие это выход? Насилие это выход. Матрица щитов установлена. Вполне себе. Какой потенциал? Может тут где-то турельку забубенить. Давайте попробуем. В принципе, и тут, если что, будет относительно простреливать там. У нас, правда, танчить некому. У меня на тебя большие планы. Да, походу, нас сейчас быстро пронесут. Поэтому быстренько здесь отстраиваем. Капец. Да, нас пронесли, что-то на изи. О, какой потенциал. А нас там просто танковать некому. Отсюда и все проблемы. Ну, давайте пытаться эту точку задержать. Вот теперь все как надо. Чё? Еще один гном появился, ну офигительно. То есть, значит, нас вообще на изи прокатят. Эх, я бился как маленький лев. Но походу броня бы не помешала. Тащить бы не помешало. Зачем у нас еще один гном, упырь? О, когда тиммейты, такие тиммейты. Брони у нас, конечно, много, да. А кто сдерживать-то будет? В шары долбишься. Еще бы танка лучше взял. Сраная Анна. Со своими атаками. Допрыгался толстопуз. Вот, час расплаты. Недолг был. Часок тот. Это 200-й левел. И чё ж он? У него какой-то хитрый план, ладно, забьем. Главное этим, с рандомами не напрягаться, ни о чем не думать и не заморачиваться. Думать только о победе. То есть ни о чем лишнем не думать. Берут всякую фигню. Ну ладно, фиг бы с ними. Кто-то мелькает. Я вижу кого-то. Так, а где его турелька? Чё-то я вообще не вижу. Спасибо. И где вражины? Так, харе. Перегревчик. Долбаная она. Кому
В смысле? Там же наш бегал. Откуда это говно выскочило? А, ну вот я тут просто вот как знал под флешку бежал. Ну окей, ладно. Где это я? В принципе, давайте интригу создадим для врагов. Перенесем нашу турельку. Где эта шмычка? Так, броню. Какой-то звук нехороший. Да тут брони! Вам все мало. А-а-а! Больно. Вытолкнул, гадина. Кого там месишь? Чё за звук? Вот гадина. Ну, уничтожила, радуйся. А, даже не уничтожила. Тем более, радуйся. Подлатаем, будет как новая. Так. Прикрываем тылы. Тут что-то ничего не происходит. А нечего было подставляться, слышал? Толстый! Чё тут за батл? Ощутите спокойствие. Меня причитает. Кому брони? Все защищены. Твою дурацкую. Меня причитает. Задрало летать. Заняться больше нечем. Так, тут какие-то нехорошие дела. Сваливаем. Уху, попалась. Так, на всякий случай перегревчик. Пока вроде сдерживаем наплывчик. Одна минута. Да харе клянчи, слушай. Броня бы ему... Я
понял. Сейчас там с тыла опять это говно прилетит. Или нет? Похоже, что так. Броня бы не помешала. Он, по-моему, кланчит по КД. Попрошайка драны, а? Блин, ульта нету. Так, сюда лучше не подлазить. Кто-то с тыла проходил. Да все. Победа наша. Фу. Но было напряжено. Первую точку они вообще как-то на изи пронесли, а потом все, встали. Уперлись в гномов лютых. Ну, шведов. Причем у меня скин поуматней все равно. Мина... Минагон какой-то. Кто ты такой вообще? А, это когда, наверное, своей этой... ультой еще и под ульта Анны, да. Он тут подскидывал народу. Ну ладно, неплохо в любом случае получилось-то. Атака начнется через 30... Карта Kings Row, мы в атаке. Потестим излюбленную мою тактику макакараш. Будем вырываться макаком и рашить, само собой. У нас есть в команде Turbo Swin также. У нас два танка, да, есть хил Люсио. Тем более они в патике, надеюсь. Это нам чем-то да поможет. Также Макри, Солдат и Жнец. 5, 4, 3, ну окей, главная 2, тактика в макакараше это макакарашить. Макакараша, макакараша. А-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Макакарена, макакаре. О-о-о. Все, отмакакаренился. Я прям в капкан, да? Ага, идеально. Ну окей. Макакарена. Бежим. Сейчас все будет. Даешь, даешь. Молодежь. Так, надо как-то, короче, обходить. Окей. Хорошо. Макакарена, макакарена. Та-та-та-ра-та-та-ра-та. Макакараша, макакараш. Идут охват объекта. Не трожьте макака. Макак хорющий. Бегает, бьет всех. Никого не щадит. Всех бьет. Хилков бьет. Всяких Райнхардов шатал вертель. О, перегрев. Так, вам надо нормальным голосом общаться, да? Так, макакарена. О-о-о-о-о-о-о, злой гном. Что ты будешь делать? Так, попался, который кусался. Макакарена. Так, Райнхард, ты мой муреночек. Чё там, я сегодня 5 пробила. Упс. Ууу, макакараш. А-а-а. Ну окей, я их долго развлекал. Но тут шансов у меня как бы уже не было в этот момент. Главное, чтобы груз тащили. Так, бежим, слава науке. Зачем у нас заря? Ладно. Что тут происходит?
Окей. Давайте, давайте толкать, я иду. Я с тыла иду. Как грамотный макака... Макакаренщик. Так, оп. А! Что мог сделал? Окей. У них здесь ульта Люсио была. Блин, ну дотолкаем, нет. Почти ульта. Почти. Давайте, толкаем. Блин, наших всех там пораскидали. Печаль. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, что творят? Демоны! Ах ты ж уродец! Так, а чё моя команда делает? Я понять всё не могу. Я тут больше половины... Я пол команды тут гоняю повсюду. Они что-то там стоят, тупят. Зачем у нас женец, который ни черта не делает? Толкать груз бум? Нет. Короче, ладно, надо попытаться на груз сесть. А то команда моя отказывается толкать. Поднабрали всякой лабуды неподходящей. Толстячков берите, толкайте, мать вашу, груз. Есть. Груз достиг таки. Слышу тебя. Сейчас ультанет. Не то. Так, ушел. Как ты улетел? Упс. Не кисло нас тут в оборот взяли. Так, там надо, чтобы кто-то вдову зафокусил. Макака раш. Лети, детка. Да падай. Эх, ну, блин, я и так все, что могу, делаю. Команда, давайте, что-нибудь. Чуть-чуть осталось. Окей. Против дерзкой макаки порой сложно что-то сделать. Так, сдохни! Кто? Кто? Кто на макаку? Кто рванет? Берегись, я иду, мать твою! Как вам, блин, макашка, а, вражинки? Я призадумался, чего ты их недостаточно рвал? А все равно макаки не дают лучший момент. Какой-то бесполезный Гэнди. Что ты вообще делал?
У меня золото, блин, по фрагам. Ну, Гензи, ну, серьезно. А, не, в конце вырезал, да? Ну, что-то как-то. Ну, окей. В любом случае, это был довольно неплохой заходик. А, всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.